Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вкратце немного расскажу вам об объеме. Что о тех объемах, которые есть здесь и сейчас в наличии, и которые можно изготовить на заказ в зависимости от материала. Значение каждого из оберегов, будь то браслет из косточек медведя, да? Будь то подвес с клыками, лапка соболя, шаманское зеркало, коготь рыси, вот таким образом выглядит, и вот там внутри коготь рыси. Они могут быть совершенно разнообразными. Есть в наличии когти совы, когти ястреба, когти рыси, как вот на этом браслете, да, как вот на этом ожерелье. Изготовить можно для вас все, что угодно. Оживить это все на обрядах. Вот такого плана ожерелье. Натуральные камни. Вот такие вот погремушки. Их всего две. Их будет всего две. Материал привезен из Алтая. В алтайскую летнюю экспедицию. Вот. Одна готова, одна в стадии изготовления. Больше их не будет до лета. Колотушки для бубна из ноги, колотушки деревянные, с вашими знаками, по вашим пожеланиям. Все изготавливается лично для каждого из вас. Нет никакого потока.